Ну что ж, пришло время встретить новый 2017 год. Под бой курантов он спокойно войдет в каждый дом, и мы встретим его, как всегда, с надеждой на лучшее будущее. Здравствуйте, дорогие мои сочинцы и гости курорта. Уходящий год мы провожаем достойными аплодисментами, ведь он для большинства из нас был трудным, но интересным, насыщенным, волнующим. Сочи посетила небывалое количество отдыхающих, и наша задача была не разочаровать курортников. Они нам доверяли, они не поехали за границу, они выбрали наше Черноморское побережье. А Сочи доказал, что может принимать достойно много гостей. Теперь дело за самым основным – поднять обслуживание на самый высокий уровень. У нас есть конкуренты, и нам есть за кого бороться на рынке представления качественных услуг. Всем сочинцам я хотел бы пожелать веселых праздников, классных новогодних каникул. Встреча Нового года для большинства россиян – самый добрый, самый волшебный праздник. Новогодние подарки, пожелания, мечты – все настолько загадочное, удивительное и неповторимое. Пусть Новый год принесет в дом каждого человека ожидание чуда, светлые сказки, нового счастья. А самое главное, чтобы на всей земле был мир, чтобы росли и радовались дети, чтобы их родители были уверены в завтрашнем дне. Пусть старый год заберет с собой какие-то огорчения прошлого, а новый подарит нам благополучие и успех. Счастья, радости, добра!